Всем привет, с вами JS. И сегодня мы посмотрим игру с очень странным названием Catabasis. Или Catabasis. Короче, это вообще греческое слово. Оно означает отступление. Именно русское слово Катавасия скопировало это слово. Кстати, оно вовсе не означает суматоха и так далее. А если быть точным, то схождение. Так, и хватит уже об этом. Эта игра заинтересовала меня прежде всего описанием. Да, я часто ведусь на описание, как это было недавно с мертвым лесом и все такое, но я еще посмотрел к ней трейлер, и он был очень-то впечатляющим на самом деле. Там не было таких резких никаких ебачных моментов, просто было интересно смотреть, понимать, что происходит. Чтобы подробнее понять, я решил в нее все-таки поиграть. Эта игра как бы основана на событиях, которые произошли на перевале Дятлова с 1 и 2 февраля 1959 года, когда группу студентов как-то ужасно кто-то выпилил. Да, еще были советские времена, это было очень на самом деле странно. Также еще существует одна легенда у Манси. Манси — это как Ханта, только Манси. Ну короче, коренное население Ханты-Мансийского автономного округа. Она гласит, что 13 тысяч лет назад, не знаю почему не 13 тысяч, когда был всемирный потоп или что-то типа того, он выпилил почти все племя Манси, и 11 человек, 10 мужиков и одна баба забрались на какую-то гору. Как-то она называлась, то что-то Хохлачах или что-то типа того, у них язык просто пердопердозный, поэтому я могу ошибаться. Если вы думаете, что они устроили прощальный гэнг-бэнг, то вы ошиблись. Они сидели там и ждали. Потом потоп выпилил еще 9, и остался один мужик и одна баба. И как только они уже хотели бы попрощаться с жизнью, может быть, трахнуться напоследок, я не знаю, вода отступила, и они выжили. И продолжили род Манси. И как бы это для них значило начало новой жизни, там, конец старый, и все такое. Но причем здесь выпиленные туристы, я, на самом деле, пока еще не знаю. Ну да ладно, краткий экскурс в историю я вам сделал. Теперь прочитаем описание самой игры. Он не сказал ни слова с тех пор, как ушел. Каждый из нас не видел друг друга половины его жизни. Кого его, я понятия не имею вообще, о ком здесь говорится. Мне даже трудно вспомнить... Ей трудно вспомнить еще как... А, господи. Что нельзя было сделать? Я даже не знаю, кто сделал эту игру, наши, не наши. Ну, было бы логично, что кто-то из наших. Я не думаю, что американцам было бы интересно делать игру про перевал Дятлова, про гибель туристов и так далее. Ну, фиг его знает. Любит сейчас американизацию все делать. Короче, она не помнит какой-то там посыл, как она его послала куда-то дальше. У них был, короче, трип. Ладно, шучу. Это и путешествие предполагало... Предполагал разрыв их, не короче. Это было 5 дней, длилось 5 дней. Она, или он, не, скорее всего, она, наверное, мужик и баба. Она всегда любила дикую природу. Когда она находилась там, она забывала обо всем большом мире, для нее не существовало. Короче, была в своем, на своей волне, короче, они все были. Она была во многих таких трипах, но сейчас с ним... Она чувствовала полное одиночество, пока что. Может быть, он ходит где-то рядом. У них еще есть 7 дней. Ну, прям звонок, короче. Короче, как я понял, баба и мужик, то ли они долго не виделись, то ли они были раньше близки, пришли какой-то... Да, пришли и направились в какое-то блядское путешествие, в какой-то обычный темный лес, как это любят. И вот эта вот тень ебаки с рогами меня напрягает немножко. Ну да ладно, посмотрим саму игру. Там мне уже надоело читать. Переводить. Так пердозно. Но самое интересное, надпись в углу. Для образовательных целей. Только для образовательных целей. Интересно, кстати, мне даже интересно, что же эта игра предполагает из себя. А, что-то за окном у костра вообще сидит. Господи. И, кстати, вот самое интересное, меня что-то Unity в последнее время так не взлюбил, что если опять сделать графические настройки этой игры на полную, она на Unity, то она еще больше тормозит. Поэтому я сделал на Good, но все равно она тормозит. Я не знаю, что делать с ними. О! П!
прыгать можно. Так, ну ладно, подойдем к этому гному. Ух ты. Охуенный зум вообще. Если в костер я сгорю, интересно. Я даже не могу на него наступить. Блять. Чё это за член? И что? Я не могу рассмотреть, это баба или мужик. За кого я играю? Похоже на какого-то старика-гнома. Блин, она голову опускает, думаю, что я увижу. Она цел не приседает. Он только прыгает, походу. Управления ничего нету. Но я с ним ничего нельзя сделать. Кстати, эта игра в установочном виде весит 200 с лишним мегабайт, по 300. А когда ее установишь, она весит больше 1 гигабайта. На самом деле меня так поразило, что игра на Unity, которая она такая длинная, но здесь даже не предусмотрено сохранение, когда нажимаешь Escape. То ли просто плохо упаковали игровые архивы. Я буду надеяться, что это так, потому что я ненавижу очень длинные игры, в которых нельзя сохраняться. А на Unity половина таких. Так. Я понятия не имею вообще, куда идти. Какая-то опять плакучая ива. Здравствуй, Слендермод. Хорошо, она не светится. Можно я утоплюсь сразу? Вот мне интересно. Нельзя. Окей. Ну, а вот лодка есть, кстати, да. Можно я кружку хотя бы возьму там, я не знаю. Ну, посидим, попьем чайку там, чефирку, я не знаю. Ну ты чё мне ничего вообще не скажешь? Что она такая дура? Может, Enter там? Tab. Shift. Да нет, вряд ли. Не знаю, может быть, дальше он нам скажет, что делать. О, какой-то рюкзак. Он мне нужен же. Рюкзак же. Блять, понятия не имею, что делать. Очень темновато. Я просто хочу тут... По-моему, туда вообще нельзя идти. Я просто сейчас сразу схожу сюда. Не-не-не, не хочу падать в темноту. Это обычно плохо заканчивается. Ну, значит... Стоп, он... А бегать здесь можно. И он прет как трактор просто. Shift зажимаешь. Ну хорошо. И даже не устает. Наверное, только туда. Больше я не вижу смысла. А, устает. Стоп, немножко погромче что сделать. Ну, нет, а то еще оглохну от его задыхающихся вздохов. Вот, сюда явно можно идти. Но вообще так неплохо смотрится для Unity. Видно, что немножко старались. Наверное, все-таки это не наше дело, потому что наш обычно нихуя не старается. Что, блядь? Какая-то могила. Я даже не знаю, как тебя смотреть. Блядь, чё? Что? Блядь, ты вы видели? Там кто-то прошел. Кто? Твою мать. Только не говорит мне, что он украл мою бабу, моего старика-гнома. Откуда здесь еще? Что, блядь, откуда они... Откуда... Это... Либо я слепой, либо... Наверное, все-таки я слепой. Эти камни, откуда... Блядь, я знал. Я знал, сука. Они сперли моего старика-гнома. Отдайте его. Что, блядь? Я просто думаю, что это... Я не знаю, квест это или не квест. Но я ничего подобрать абсолютно не могу. Если я сейчас не... Зачем этот охуенный зум, я не понимаю. Так... Старика гнома убрали, оставили какую-то штуку. Какой-то квадратик. О! Так, уже хра... Что, блядь? На F... А, может быть, на F все-таки? Не, на F теперь только фонарик убирается, поднимается. Я вот не знаю, есть у него батарейки. Но фонарик сделан нормально. Светит он нормально, а не прожектор, который... И это уже меня радует, в общем-то. Так, может, что-нибудь еще можно здесь заюзать? Ну, тотемчик какой-то не берется. Раз он берет их автоматом, это меня, в общем-то, радует. Можно просто набежать на что-то. Портфель тоже. Но остается идти, куда я и шел, в общем-то. Блин, я не успел рассмотреть этот член, который захапал моего гнома. Ну да ладно. Вот этих вот штук не было, я не слепой. А может, и слепой. Ну, когда буду монтировать, узнаю, слепой я или нет. Но мне кажется, не было никаких этих штук, пока я сюда вот не сходил. А может, и были. Откуда он вообще тут появился? Он из нее, что ли, вышел? Может быть, это тайный портал? Или что-то типа того? И вот мне интересно, что же... А, бля, я подумал, это пещера какая-то.
И что ж, собственно, мне делать-то дальше? Блин. Я уже заинтригован, но я... Мне, стоп. Вы видите эту тень офигенную? Фонарик есть тень, а меня нет. Это офигенно, на самом деле. Может быть, мы опять играем с какого-нибудь призрака? Это будет неожиданный поворот в сюжете. Или что-то типа того. Но, блин, я смотрю, что мне еще надо? Большой человечек и маленький человечек. Наверное, здесь сдохли. Если это вообще надгробие. И сам интересно, что я не знаю, куда идти. Не знаю вообще. Но хоть я сквозь это не могу пройти, меня это то радует. Но если ты автоматом делаешь, то мне нужно просто куда-то идти. Чё, блядь? А, блин. Господи, мне показалось, какая-то херня стоит. Подстава. Подстава, что, блядь? Может, я запрыгну куда-нибудь туда? Может, мне наверх вообще? Ноуп. Ах. Мои любимые тупники в играх. Окей, я их обожаю. В трейлере были такие классные моменты, блин. А я тут бегал по каких-то... Стоп. О, я забрался сюда. Может быть, туда? Нет. А может быть, там какой-нибудь тайный проход открылся? Ну, по идее, если меня направили от этой штуки, чтобы я пошел обратно, логично предположить, что, может быть, мне туда и нужно. Но моя логика такая логика, то она может быть совершенно неправильная. Ну, вот они там появились. А, может быть, все-таки нужно поплыть на лодке? А, это все-таки река. Я же не могу туда идти-то. Да, я не могу туда идти. Что, собственно? Конечно, что я застрял? Нет! Не-не-не. Ну, отдайте моего гнома. Что вы сделали с ним? Плавать нельзя, ничего нельзя. Никакого праздника. Да что-то ты застреваешь в камнях. Что? А, это костер. Но мне кажется, нужно как-то взять эту штуку, она же нужна. Чувак, возьми ее, а. Может, нужно ее фонариком посветить? Мне кажется, она светится. Или это просто блики от костра. Не терзает мутное сомнение, что нужно куда-то нажимать, чтобы оно взялось. Но как на F фонарик убирается, может, у меня руки просто заняты, может, ты его возьмешь? Я даже об нее застревает немножко. Ну ни на что ничего не берется. На F, на E. Попробуй все кнопки, чтобы я успокоил. Чего, блядь? А. Это все костер. Это все костер. Что, я что, нажала на что-то там? Если нажимаешь на C, то... Или я просто мышку отпустил. Короче, я... У меня закончились идеи. Да, вот так вот быстро. Ну, блин. Что такое? Может, ты возьмешь весло? Может, все-таки там появился скрытый проход? Я... Вот оно что, Михалыч-то, господи. Ни за что бы не догадался, на самом деле. Я уж хотел был останавливать запись, чтобы вас не мучить. А здесь такой вот поворот. Что? Это немножко неприятно. Я еще сейчас поздно сел. Не поздно. И обычно я стараюсь до 11 вечера играть во всякие такие вещи. А здесь уже далеко за 11. Так, блять. Почему туман меня так не взлюбил после Дедвуда? Почему опять лаги начинаются? Так, не хочу туман. А там меня могила не убьет так сзади. Не по... Что, блядь? А, это блик. Все, нафиг. Пошел, пока я вижу, куда идти, я пойду туда. И мне уже нравится эта игра тем, что здесь не нужно ничего жмакать, чтобы юзать. Ну, пока что. Только всякие знаки, символы, непонятные ебаки, которые там проходят. Так, туда или туда? Туда или туда? Я пошел направо, разрыв шаблона, ладно. О, я могу спринтовать как просто, я не знаю. Там что-то есть, но я должен прочекать там. Я не могу так, когда я куда-то не схожу. Я обычно сохраняюсь перед развилками во всяких РПГ, там, но все-таки выдыхается. Но здесь-то я не могу этого сделать, что? Простите. Все хорошо, что я сюда свернул. Там какая-то... О! Новый... Это... Ух ты, нифига себе. Не говорит мне, что это фертопердозная загадка. На меня за яйца не схватит, если я туда запрыгну. Блять, походу я туда и не запрыгну. Рука.
А что вот под ней? Почему ты не приседаешься, а? Ну, в общем, тут какие-то непонятные символы, рука. И я застрял. Нет. Да. Нет! Не... Фу. Окей. Может, ее можно как-то так насквозь пройти? Радует, что можно ходить. Ага. Ну, я думаю, просто я обойду это с этой стороны, а там же также можно было там пройти. Я очень на это надеюсь, что здесь нет никакой невидимости. Да-да-да, именно так оно и было. Так, окей. Пока что атмосфера довольно-таки прикольная. Хочется продолжать играть, узнать, что это вообще. Что за замес? Что за замес? Так. Опять. Тут какие-то люди-олени, а? Меня это... Люди-олени. Люди-олени, которые отражаются в воде, они становятся бабой. Так, окей. Люди, которые... рисуют глаз над своими ребенками. Ребенками, да. Люди, которые радуются солнцу, люди-олени. И отражающаяся баба тоже радуется солнцу. Окей. Я все понял. Что такое? Что, куда идти-то, чтобы... Что так много всего? Так, туда нельзя идти ведь, да? Нет, то еще... Там вода, ура! Значит, остается только туда. Или не говорит мне, что я опять куда-то пришел и не знаю, что делать дальше. Ничего тут не юзается нас, я так думаю. Не юзается. Это же игра только для образовательных целей. Здесь не нужно... Блять, по-моему, нужно здесь напрягаться, потому что там вода и все. Ой, ёп... Нет, чувак, только не утопай там нигде. Так, что-то я опять... Здесь на самом деле вроде как бы не темно, и в то же время ты... Это вообще от чего такая тень? Ладно, не важно, здесь с тенями проблемы, по-моему. Так, там вода вроде как. А вот туда. Так, я пришел оттуда. А, все. Нет, так все-таки... Ладно, попробуем пойти сюда. Может, там еще была развилка. Может, я был неправ. Фух. Здесь стоит туман. Я здесь... А, я же здесь не ходил. Можем я там в какой-нибудь... Может быть, туман, это значит, что рядом... Мне кажется, я уменьшаюсь в росте. Мне все-таки, наверное, кажется. Эти камни как-то нехорошо так лежат. Почему я так уменьшился в росте, эй? Будь наверху. А, что? И что? Мне кажется, я здесь нифига не был. Что-то какой-то... Блять! Что с моим фонариком? Становится не по себе, на самом деле. Я тоже стал гномом каким-то. И что? Я здесь все-таки не был. Я объебался очень сильно. А здесь что? Какие-то груды камней меня напрягает. Потому что за ним может прятаться много ебак. И будет очень плачевно для меня, если я увижу одну из них у себя перед рожей. О! Я тебя... Все, это Слендер! Наконец-то я с тобой расквитаюсь, чувак. Блять, на самом деле, куда он делся? Так не... Блять, вот это меня напрягает, потому что за дерево можно так-то выскочить. Очень офигенно. Да блин, что со мной? Мне кажется, я уменьшился. Блять! А может, и не уменьшился? Неважно. Почему здесь нельзя сохраняться в этой игре? Черт. Я так же не успею ее пройти. За то время, за которое я хочу, ну да ладно. Так, здесь тупик, окей. И как-то я там прошел. А если бы я прошел там... Короче, не знаю, неважно. Я, ладно, вышел каким-то улитком, или что это? О, я люблю... Блин, я думаю, это пещера. Что за улитки, а? Чувак, куда... Куда убежал какой-то стр... О, там за камнем что-то определенно секретное какое-то. Ну-ну, конечно. Все время пытаюсь найти секреты в этих играх. И нифига мне не получается. Вот туда, все, пещера, пещера, это круто. Смотри, я бы, если у меня бы украли бабу гномы, я бы вообще, я бы на этой лодке плыл бы оттуда нахрен, и все. И не пошел бы искать себе приключений на пятой точке и всякой такую фигню. Но без этого не было бы такого эпичного замеса. Поэтому что? А. Чё, куда я вообще? Я слышу, там кто-то шуршал, но мне... Я думаю, эта игра не столь... Пугает, если она вообще пугает, сколько просто заставляет напрячься. И я это, в общем-то, люблю. Саспенс, саспенс же. Во! Там избушка. Блять, здесь точно ничего нет. Просто хочется все исследовать. И побыстрее. Да!
и впилиться в дерево еще заодно, да. Фонарик, кстати, напоминает Слендерс Вудс. И мне просто так кажется. Моделька. Так, я, конечно, как логичный человек, зашел бы в дом, спросил, ой, чуваки, вот это вообще, знаешь, что, сказать, ебатня происходит? Но думать в чуваках в чуваков в японском стиле. Я не помню, что, блядь. О, все, сейчас только еще вот этот... Блядь, вот я хотел сказать, там кто-то стоит. Че, блядь, происходит? Я знаю, это здесь. Уа! Он туда зашел, и там тоже все потушилось. Значит, я иду правильно, на самом деле. О, здесь есть стул. Привет, стул. Но он не хочет со мной здороваться. Абсолютно. Так. Я только что хотел сказать, что я... А, вот. Здесь, по-моему, еще не был. Там... Что? Что за какие-то... А у этих вообще землянка. Ну, решили не напрягаться. С полом. Это же... Фэшн. Так. Здесь видно, жили какие-то. Кто-то здесь жил, загонщик. Так, ну я пошел, нечего тут расслабляться. Да, на самом деле, наверное, она такая большая. 1,1 гигабайт уже оправдывает свое. Это можно уже было сделать... Блять, что? А, я опять хотел пойти посмотреть просто. Ну ладно. Может, здесь можно многим способом дойти, потому что карта половина... Я так думаю, что она... Во, мне определенно туда. А туда... Там какой-то дебиль на отгробе. Все, вот здесь вот офигенно. Здесь что-то нарисовано. Любые рисунки рассматриваю. Парам-пам-пам. Так. Человек-олень продолжает радоваться. А в отражении люди с зонтами. Окей. А, здесь в отражении люди ебашат друг друга зонтами. А здесь... А, это все-таки были глаза? Офигенно. Он выдрал глаза и стал четырехглазый. Все. Ужасно, ужасно. Все просто ужасно. Никогда со мной такого не сделают. Блять, куда же я иду? В трейлере были какие-то подземные хрени, какие-то артефакты, там что-то, блин, все загоралось. Ага. Я говорил, что карта сквозная. Так, куда же там еще-то может быть пройти СС? А! Все, я вспомнил, куда. Куда я забил как раз. Когда я не хочу куда-то идти, это всегда оказывается правильным местом. Пока что... Ни одного не вскрика, прям вот. Вот я так думаю, у меня фонарь что-то периодически как начинает странно. О, господи. Все-таки какие-то корни тоже странные. Они меня с самого начала напрягали. Так. Итак. Ну почему тебя нельзя сохранять, а? Я не люблю такие игры залпом проходить. О! Вот сюда, наверное, нужно было. Вот какой-то типа алтарь. Телепортни меня. Блять, я же тебя запрыгну. Ну он же типа должен так крутануться модно. Только нет, конечно, сюда нужно было что-то втыкать. Или я не знаю. Там тебе нужно просто ходить в этой игре. Мне это нравится. Ходить и исследовать. Обожаю. Даже искать ничего не надо. Так, это похоже фигня на какие-то ступеньки. Так, там вроде как. Или это есть ступеньки, но если я по ним запрыгну. И он не глюканет никуда. Я не упаду там никуда. Блять! Что? Мне показалось, она там разбилась там или что это было. Я не знаю. Или это ива так скрипнула. Во. Начинается какая-то движуха. Нужно, наверное, прыгать, чтобы она не развалилась. Уи! О. Так. Мне кажется, там кто-то... Что за... Охуенный зум у меня, но я все равно не вижу. А! Ух ты, ёб твою... Мать, это был, блин, не корни, как я сначала подумал. Так, ладно. Посмотрим еще рисунки. Человек-олень. Человек-олень убил гном. Вот почему они сперли моего гнома. И здесь тоже. А здесь все клево. Короче, не знаю, что за люди-олени, но мне уже интересно. Потому что олень с человеческим лицом вот всегда так напряжно. Как в играх Endless Forest. Блять, мне не нравится этот член. Что он там? Чё, блин? Эй, ты не будешь там стоять? Я же вроде иду, должен убежать. Надеюсь, тебя не нужно ебаш там или типа... Эй, привет. Привет! Вот куда он сейчас? Куда ты денешься? Блять. Нет, что-то так резко не хочу. Нужно смотреться. Опять какой-то тотем.
Я просто хотел увидеть, как он фердопердозно уйдет в стену, там, как обычно любит делать так. Так, вот теперь начинаются уже какие-то более-менее катакомбы, каких я и видел в трейлере. Мне очень напрягает, что я не могу ничего нажать. Это разрыв шаблона какой-то. Обычно тут любят всякие супер загадки делать в таких играх там. Но нет, здесь просто образовательные цели. И вот кажется, я пришел на самом деле. А, нет. Все, я думал, там просто ничего нет. Ага. Ага. Да... Эй! Только не говорите мне что-то... А, можно. Все, я думаю, меня уже наебали. Тут какое-то офигенное дерево. Еще так много всего у меня... О! Это вход в подземное царство. Да, детка, я же говорил. Я же говорил, что здесь что-то такое должно быть. Возможно, я уже близок к разг... Блять! Я типа умер, нет? Чувствую, что за мной закрылась дверь. И да, за мной закрылась дверь. А почему меня нельзя... Да, это вот именно здесь было. Ладно. Так, ладно. Я уже играю почти полчаса. И не знаю, много ли я прошел. Надеюсь, что много. И почему-то у меня начались дикие лаги в этом замкнутом пространстве. Это очень странно. На открытой местности он так не лагал. Надеюсь, это скоро пройдет. Или не пройдет. Ну, прошло вроде. Так. Здесь что-то много тоже всего. Блин. У меня эта штука напоминает... Лучше я не буду говорить, что. У меня плохая фантазия. Так, это... Вот это вот я видел в трейлере. В трейлере... Какие-то корни из земли. Корни здесь тоже что-то обозначают. Я мог привести много примеров по Фрейду, но не хочу. Не будем портить. О-о-о. Здесь просто нам дают ознакомиться с историей. Видно, это какой-то древний храм этого племени, я не знаю, может быть, они надевали просто оленьи рога и делали, скорее всего, какие-то ритуалы. Но, блядь, что-то моим фонариком какая-то ебатнее, мне здесь темно. Темно дышать. Эти вот штуки... О, так, можно туда. Я сейчас посмотрю, что... Блядь, можно дохуя куда? Вот это меня пугает, на самом деле. Моим фонариком творится херня. Он начинает так странно рассеиваться, когда слишком большое пространство. Можно и туда, и... Блин, и куда? Не знаю, может быть... Блядь. А, это он дышит. Что-то давно я не видел. Тут еще какой-то белый оборотень там бегал. Тут какие-то люди. Что вообще? Где мой гном? Отдайте его мне. Я его все найду. Блядь, походу я сейчас просто обойду круг. Надо куда-нибудь свернуть срочно. По-моему, я так и сделал. Блядь. Где там была дверь? Ладно, пройдусь еще раз. А здесь вот нифига не, где мой офигенный зум? Что он там мне говорит? Тут кровища одна какая-то. И статуи с кровоточащими ебалами, господи. Там кто-то лежит? Так, это вот опять корень, куда-то может был пойти, я куда-то посмотрел и пошел дальше. Здесь вообще что? И вот на этом месте у меня какие-то лаги. А, вот нет, все. А, это другие корни, черт. Может быть по ним можно... По ним нельзя, не, нельзя, это еще застряну. А физика здесь есть? Нет, здесь есть плохие тени. Окей, так. Парам-пам-пам. Так, по-моему, я на самом деле пока что даже не круг. Блин, куда можно было свернуть? Лучше. Тебе нужно всегда сворачивать, все, я понял. Чувак, зачем ты сюда пошел? Зачем ты сюда залез, а? Ты ведь знал, что все будет такая. Что, блядь, что это? Что? Я хочу туда. Это лифт? Это какая-то. Там снег идет? Ну, я вижу частицы какие-то. Я ищу, буду искать вход в эту штуку. По-моему, это... Черт, это какая-то огромная винтовая что? Блять. Ха! Ага. Так, я пока что нифига не понял. Вниз не хочу. Я хотел сходить в какую-то дверь, которую я здесь видел. Где она была? Или я не... А, вот, по-моему, вот здесь как раз-таки. Или я отсюда тупо пришел. По-моему, кстати, да. Но я еще раз проверю, что я же конченый насчет топора. Да. Все, теперь пойдем вот. Так, куда я сначала шел? Я пошел налево. Ну, как обычно. И там вот здесь были лаги, эти корни, и вот где-то там была дверь. Я на нее посмотрел и пошел дальше. Где-то вот там. И тупо нужно вниз спуститься. Я не хочу вниз. Мне нужно вверх.
Так как они поднимались там на гору хахла-хахла-шма-шма, то мне нужно тоже вверх. Все. Блять, где эта штука была? Вот если мы начнем крутить фонарь. Ага, все. Или это тупо. Ну ладно, сюда вот я не ходил вроде как. Я не понимаю, фонарик пугает меня начинает иногда. О! Вот! Я же говорил. И почему ты выдохся как вовремя? Ага. Там кто-то. Ага! Я вижу тебя. Блять. Это все какой-то. Он не уходит. Ты не говоришь, что меня будешь ебашить? У тебя в руке. Блять. Это. А, это статуя, что ли? Я надеюсь, он не оживет ведь? Привет! Ты не оживешь ведь? Я сквозь тебя не могу проходить, уже плюс. Так, стоп! Еще у меня лаги, когда эти люди-олени рядом. Вот тут вот свет. Будь на свету. Откуда вообще свет? Ух, нифига себе! Вот это построечка. Но мне нужно все-таки, наверное. Или лучше мне уже вниз идти, я даже. Блин. Ну и хорошо, что зашел, а вот здесь вот что. Чё? Что здесь так? Это. Чего такие тени? Да, вот. Так, а туда. То же самое, только. Блять. Страшно. Не страшно, но напрягает. Во, здесь как-то темнее, значит, мы пойдем здесь. Что же здесь такое творится? Блять, какие-то. Не надо делать так, это, по-моему, тупо с двух сторон. Ух ты, ёба! Блять, я хочу к вам. Можно я хойду к ним? Но почему ты меня не пускаешь? Так, я должен идти к ним, а не там. Так. О. Дерево, я спасу тебя. Куда здесь идти? Блять, только не вижу, что я застрял. Пожалуйста, фу. Ага. Здесь могила мелкого страшного мальчика. Все. Да что? Но почему ты не можешь нормально подняться никогда? Что там было? Там какая-то шестеренка. Я. Что? Как? Куда я Куда-то я зашел, по-моему, чувак, ты явно зашел не по адресу. Здесь что-то слишком серьезно, какая-то ебатня происходит. Блин, там дети были двое. Я же к ним шел. Как обычно, куда-то отвлекся. Так, вот тут дерево, значит, мне туда. Я опять, кажется, уменьшаюсь, меня это пугает. Они здесь должны стоять. Вот здесь же, блядь. Ну, чуваки, так нечестно, я вас видел в окошко. Куда я сейчас здесь выйду, мне вот интересно. Ебать. Офигенный зум. Ладно. Я у меня заблудился здесь. Соответственно, там будет там. А куда же еще здесь можно было? Дерево. Хрень. Ну-ка, сейчас я опять буду их видеть в это окошко, это будет как минимум странно. Вот здесь, по-моему, я их видел. Ну а здесь что тогда? Я так с трудом поднимаюсь, что думаю, что я даже не поднимусь сюда. Ладно. А, ну здесь я ходил. Да, все правильно. Я еще ходил. Ну, значит, мне куда-то вниз, если там они стояли. Это было бы как минимум логично. Игра не хочет заканчиваться. И это очень не слишком хорошо. С этим деревом? Да тут никуда вроде. Его где-то здесь стояли. Может быть, там нужно что-то за штук. Да нет. Здесь тоже больше не было никакого прохода. Может, нужно подойти там что-нибудь. Чё, ну я не могу через ступеньки нормально. Я вообще с вами могу, только прыгать через ступеньки. Так, здесь точно не было никакого прохода. А вот сюда-то нельзя? Ой, могу забраться к этой штуке. И что ты мне скажешь? Блять, он меня пугает. У него глаза такие на выкате, как будто он обдолбался. Ах, похоже, я снова пришел к мертвой точке.
Так я пока остановлю, не буду вас мучить, потому что у меня реально какие-то уже проблемы с этим помещением. Вернусь, когда что-нибудь откопаем. Давайте. Так я снова здесь, и походу здесь там ничего, я опять вышел к этой статуе. И здесь вот, оказывается, еще можно было вверх идти. Так что она думает, будет лаги. Ага. Нам же нужно вверх. Все правильно, нужно к свету. Так, налево, направо. Блять, мне вот там больше нравится почему-то. На этот раз направо, но я не знаю. Может быть я... Здесь вообще без разницы на самом деле. Так, опять вот. Нам нужно... Да что у меня такое? Начинается с горлом вечно. Я слишком долго играю в такие игры. Так. А здесь что? Просто может было дойти разные. Я проверю. Походу, да. Так, без разницы, как мы пошли. Ну, логично, это же круг. Так, наверное, все-таки вот сюда. Что-то... Скажите мне, в чем замес, а? Я пока что не совсем втыкаю. Какие-то жертвоприношения, легенды. Ну, раз это игра для образовательных целей, то я не удивляюсь. Так. Так. Здесь опять нам не покажут никого. Почему никто не ебашит-то? Это странно, это странно. Так. Здесь вот так вот мы видели. Значит, сюда. Блядь, только не говорит мне, что... А, это другое помещение. Окей. Я уж просто думал, что я обратно вышел каким-то образом. Можно прыгать со ступеньку? Во! Не туда, я боюсь прыгать, а то еще упаду, и все будет напрасно. Блять. Здесь, надеюсь, тупик ведь, правда? Да! Ка! Что? Ну, нет, я пойду сейчас вот следую там. Блять, как много всего-то, это меня больше всего пугает. Внизу что-то должно быть эпичное. Это ведь точно то, что я думаю? А, ну тут, в общем, просто, наверное, посмотреть на эти какие-то супер-тотемы. Или мне нужно быть на свету, мне нужно быть на свету. Блин, я все ниже и ниже, я думаю, что я выше и выше. Может быть, здесь телепорт? Нет? А было бы логично, на самом деле. Так, ну, значит, я все правильно шел, но было просто очень интересно, на самом деле. Стоп. Здесь ничего не откроется. То есть какие-то у них странные двери. Нет, так, все, теперь я полностью спокоен. И... Ага! Ну, опять это то же самое, это мы видели. Видели на других штуках. Так. Значит, все-таки сюда. Вообще, так всего много. Я просто в вмешательстве. Вот такие вот длинные коридоры предполагают развязку. Блять, что со мной? Ага. Фонарик. Блять, что? Куда делся мой... Что происходит, а? Что? Предполагает, блин, развязка. Оно крутится, что ли, или что это? Мне кажется, что я, как в Mass Effect, в вакууме тут на присосках иду по этой штуке. Блять, что за... Мне нужно, видно, туда, раз у меня фонарик погас. Кажется, развязка как раз-таки близка. Я не знаю, я иду вообще? Чё? По-моему, это все какая... Что? Ты мне объяснишь, что это? Это... Я на месте ведь стою. Я как будто... Вниз, что ли? И вниз я не могу. Оно крутится само по себе? Нет, я иду, и оно... Блин, говорит, какой-то Mass Effect 3. Блин, Dead Space 2, что происходит, а? Не, ну не надо так наебывать, ну... Я как-то текстур почти вышел. Мне это понравилось, в общем-то. Потому что я... О! Но я же не могу туда выйти. Мне кажется, сначала я подумал, что я иду. Потом мне показалось, что я стою на месте, смотрю вверх и иду в стену. Вот так вот. Я же не приближаюсь. Я приближаюсь. Я там что-то вижу, но... Или все-таки я приближаюсь? Я приближаюсь! Как это? Это необъяснимая херня, на самом деле. Или нет? Я приближаюсь. Вот так вот нужно идти, короче, и тупо смотреть, прямо вот, вот смотреть, вот. Нет, на самом деле, такое странное ощущение, это как... А, это что-то со стенами. Причем такое неебовое. Вот. Все, я иду. Открывайся, блядь, не дай бог ты не откроешься. Пропади ты, сука, знаешь куда? Что? Не, ну это...
Это подстава, подстав. Я шел все время в другую сторону. Блять, ладно. На самом деле, такое странное ощущение. Думаю, что я стою на месте. Если вот не меняешься, вот эти вот не приближающиеся штуки. Ладно. Окей. Последний шанс вам. Запихнули в какую-то ебатню и заставляет... Это, наверное, самое... Они решили, раз нет головоломку, нужно заставить тебя сделать оптическую иллюзию. Потому что это реально похоже на оптическую иллюзию. Я сейчас думал, что я стою. Но сейчас я вижу, что я иду. Вот, ну, пока что не будем никуда двигаться, не смотреть ни в сторону, только прямо. Блять, ага, теперь нужно вот так вот идти. Я иду по стенке. Это офигенно. Лучше идти вот по этой вот стенке. Ты ведь идешь? Блять, опять какая-то член начинается. Вот сейчас вроде идет, потому что она приближается. Я вообще не понимаю, что произошло. Фонарик мой верни вообще. Хоть он и не горит, но все равно. Я с ним чувствую себя. Блять. Вот я вижу там свет. Все, суки. Я пройду туда. Это будет концов, потому что 40 минут это же очень много. Для инди-игры. Да, блять, вон он. Если ты не откроешься, я повешусь. В переносном смысле. Да неужели ты? Хо! Что, блять? Что, блядь? А! Так, все, надо сваливать, все, больше туда не вернусь никогда. Я там бродил всю ночь, прикиньте. Но это не конец. Самое интересное. Черт, а. Эта игра реально заставляет меня удивляться. И что, блядь? А, это проходы. Туда нельзя, все. Больше не будем идти ни в какие лишние места. Где мой гном? Днем нифига не страшно. Здесь будет днем ебаки, это будет... Очень забавно. Так, ступеньки ты не любишь? Так, гном моего здесь нет. Где мой гном? О, здесь, по-моему, что-то... Не, на самом деле, красиво. Хотя облака не двигаются, насколько я понимаю, но... Сделан как-то впечатляюще для Unity. Бля... Гном, привет! Я тебя нашел! Ха-ха! На самом деле, это был, по-моему, мой сын. Что самое интересное. И что? Блять! Чё за член? Ёбаный ты! Я не могу двигаться, заставка. Не ходи! Он меня спасёт! Чувак, нет! Ох, ёпта! Блять, нет! Чё ты стоишь-то? Блять! Это всё какой-то... Ебать! Нет, чувак, уйди! Не надо! Ну, я буду тебя... Я так и знал! Всегда такие игры заканчиваются так вот. Чё он стоял на него смотрел? Может он гипнотизирует, я не знаю, но... Это обидно. Я бегал по какой-то неебической хуйне. Надеюсь, это я все правильно. А не гейм овер. Нет ведь? Ага. И вот он прибыл в замок своего отца Нумитором. Или Торем, я не знаю. Он вошел в дом, и его отец... Да ну вас нахер, я хотел прочитать про замок. Вот где мы ходили, по-моему, это был именно, если это замок, то я... Игра Тайлер Снелл. Все-таки не наш сделал, но сразу видно. Старался, чувак. Но почему именно про перевал Дятлова? Если быть честным, даже я до вот этой игры не слышал об этом случае. Ну, думаю, вы тоже, на самом деле. Хотя, кто знает, может, кто-то любит советскую эпоху и интересуется, что там было в 59-м году, в ночь с 1 2 апреля. Какого апреля, февраля? Все, я... Спасибо. Спасибо. Ну, концовку, ну почему так? Ну, что меня опять подставили, а? Да не хочу я нажимать Escape to Exit, я буду еще пиздеть про какую-нибудь херню, как обычно. Нет, не буду. Ну, пока не буду нажимать Escape, она совсем будет, типа того. Было интересно. Честно, я мало что понял. За счет того, что я... Вот эту историю, я ее нашел, я прочитал. Ну, это на самом деле было на Small Games, в описании к игре, про все это. Потоп, племя, манси и всякое вот это такое. Но причем здесь... Ну, по-моему, вот эта вот ебака, это... Какая-то ебака, или просто они... Какой-то был культ там, или типа того, они приносили, наверное, жертву там древним богам. Ну, обычный замес. Что у меня с глазами было, так и не понял. Причем здесь люди-олени, тоже я не понял. Причем здесь это какой-то оборотень белый, я тоже не понял. И... Причем здесь это письмо, когда тут на самом деле ходит чувак с сыном. Это был не гном, это сын. Я думал, это баба мелкая сначала, но... Короче... Интересно, но немного непонятно.
Хотя бы сделали, что я не знаю, больше текста. Я бы как бы переводил, но было бы понятнее, чем вот просто так ходить, смотреть. Ну, в том, что фишка, что ничего не нужно, в общем, делать, только искать выход, это мне нравится. Потому что я ненавижу всякую хуйню. Ладно, с вами был JS. Катабасис. Странное слово. Лучше называть это катабасис. Так вот даже звучит привычнее для русского человека. И удачи. Надеюсь, вы это досмотрите, потому что это будет идти больше 40 минут. Лол. Всем удачи.